Я всем привет, вы на канале Пиратская Жизнь, с вами Нина и Боба. Так, короче, чайную ложку опять не взяла. Пойдем, будем мешать, так. Опять помешаю. Майонезик, да? В общем, наконец-то, мы сегодня дорвались до еды. Ура! Кто мешает того? Еда! Дай мне майонез, пожалуйста. Как я устала уже. Представляете, вот вроде уже так устала. Эмоционально, тут и это. Что ж с тобой будет, когда шкаф приедет? Ой, когда шкаф приедет, меня вообще порвет, как тюрьму грёбку. Это часа два будет точно. Часа два, это на целый день, на сети собирали целый день. Ну, целый день, потом был один. Здесь там хоть двое будет. Да, мне кажется, один. Ну, я очень надеюсь, что будет все хорошо. Так. Ну, понимаешь, там хотя бы приедет сборщик, который знает, как собирать шкаф. А не доставщики, которые просто, блин, решили схалтурить, подняли на лифтике, радостные, довольные. Думаю, а, мы сейчас вот две ножки прикрутим, и все. А, нифига. Тут Тетрис оказался посложнее. Там 8 ножек. Причем каждая ножка, она уникальна. Аж 8. 6. Плюс 3. Причем это каждая ножка, говорю, уникальна. То есть, если ее не так прикрутить, то все. У каждой ножки было свое место. А они прикрутили, как было. Ну что? Они долго глядели, как. И прикрутили. И так сойдет. Все там четко сказано. Под углом ножки. Краям под углом. Угу. Там написано. А остальные прямые. Нет, он хороший, правда, еще, конечно, этот механизм не разработан. Или слишком плотно они его вкрутили. Чего? Нет, он так и должен быть. Там не дал, они это поставили. Прокладку. Угу. Из фанеры. Mm-hmm. Чтобы нормально работать. Может, что-то того, чтобы не скрипел. Ну, сейчас там высохнет вода. Нет, это пол. Пойдем посмотрим. Ну, посуду даже еще не видно. Сразу убраться ничего. Мелко это мусор. Это было. Это-то? Да лучше. Это щитка был. Что? Светили тоже. Ну, в коробке. Там, да, ты есть ручка. Ну, кстати, уже пришел. Надо забирай. А там как раз вот это не мешает, понимаешь? Вот ты говоришь, ой, нафига тебе он широкий, понимаешь? Смысл в том, что от стены, которая с окном, в любом случае на 26 сантиметров он должен быть отойти, чтобы вставить вопрос. И светильник. Как понять, какой из них какой? У которого дороже. Прикиньте, сначала заказал обычный, без вот этой полочки, а вот, потом пишу продавцу, прям сразу, ну, потом заказал нормально, а вот, потом пишу продавцу, типа, отмените, пожалуйста, заказ. Нифига не отменяю. Там платный отказ 100 рублей. Ну ладно, пофиг, я заплачу эти 100 рублей. Пардон, вам доставка этого светильника обратно будет стоить дороже, чем 100 рублей. Это не... Это... Чем это? Это оплачивает маркетплейс. Да ну кофе. Вот я буду должна 100 рублей. И писать нужно было в маркетплейс. А не тот, кто проводит. Вот этим, кстати, Озон получше. В плане того, что там можно, когда вот ты только заказали, сразу отменить. То есть до того, как вам доставили. Это плюс. Ну что, работает, да? Так, завтра пойдем за телеку. Ой, я не могу. А с каждым днем что-то происходит. Я говорю, что мне нравится жизнь в России, в плане того, что вот, ну, дома, не за границей, там, не где-то отдыхать. То, что здесь постоянно движуха. Здесь постоянно что-то такое туды-сюды. Что ты делаешь? У нас сегодня обед в обеденное время. Для вас.
хлеб будешь? Не хочешь? Мне нравится этот черный. Бородинский. Сейчас все высохнет. Хотя прикольно. Сейчас Гаруша под диван подлазил. Там еще высокое место остается. И прям прилично. Ну, высота 10, а там 15. Угу. Со свистом. Теперь под диваном тоже чисто будет. Там только ножку обижал. Скоро там посидим. Ну, там должно быть 10 ножек, а там 9. Говорит, одной не хватает. Ну, что хватает? Там только должно быть. Потом поняли, что одна посередине просто. Для усиления? Для этого, чтобы держалась. Какая сядь, чтобы она не провалилась. Ну, у тебя на губе крошка, ну. Ну, чё? Ну, что? Про запас оставил. Ну, он у тебя либо упадет, либо... Будет меня раздражать. А что за хлеб? Ну, который ты купил. Домашний, да? Да. Надо в магазин сходить. Пожать вообще ничего. Колбаса закончилась. Представляете, у нас колбаса закончилась. Там супер скидки. Не знаю, что-то у меня настроение вообще нету. Праздничного какого-то. Вообще никакого нету. Скидки начались с сегодняшнего дня. Что за скидки? 20%? Вот это 10, 20, 30? Нет. Okay. Там на некоторые продукты. На шею, просячу. На икру, банк. У нас икра есть, спасибо. Получше. Там икра, которая в банк. Может, была. А теперь 200 рублей. Баночка. Я не верю сейчас в икру по 200 рублей. Это какая-нибудь не настоящая. И просрочка. Не, она стоила 500, сейчас 200. Видимо, срок подходит. Аж по лебасу. Ну ты не сравнивай ту икру в тех банках, вот которую мы сказали. Это же прям идеально. Буду я тогда сколько держали. Надо говорить, убирать прямо в морозилку с любительно. А нет, все. Ничего не будет думать. Икру? Икру и субу дай. Да. Если вы прямо сейчас есть будете там, а через месяц там как там на Новый год или еще. В морозилку и все. Все хорошо. Угол поменяли с другой стороны. Теперь хоть посередине комнаты нету этого угла. А вот этот вот светильник, его хочешь со стороны, где этот можно поставить, либо просто диван сдвинуть в угол окончательно. И поставить его вот здесь вот. Ну, посмотрим. Сдвинуть сюда можно. И так он не очень плотно к этому. Там все, я вижу. Батарея. Интенсивно так. Что? Подвозит. Кирпич. Да. Силикатный. Которым закладывают-то? Угу. Ну да. Сегодня уже 4 пора было. Сбора. Все. Местный кирпич. Угу. Рассудки. Супчик должен быть желудки. Хорошечно. А я говорю, я вот так завожусь.
пока я все не сделаю, что я должна. Мне не есть, не спать, не срать, или, pardon, не сать, ничего не хочется. Все буду делать пока. Я раньше суп не ел. Ты? Я сам такой вообще никак. Вообще никак? Вообще я только второй ел. Сейчас я тебя подсадила. Обязательно. Нет. Лучше суп есть только в армии. В армии? А. И полюбил, да? Да у меня суп до армии вообще не ел. Я только ел второе. Из-за этого часто это болел. Желудок. Иногда по 3-4 дня было. Боль страшная была. А, кстати, помню, что я сказал. Аж до такого были боли, что прям это в глазах темнело. Вот это. Ушиться сварить. У нас сейчас как раз заканчивается. Сварить, ушиться. Только со стерлядочкой. С кожей. Без кожи. Срезать только вот эту вот. Без кожи кишу вкуснее. Ее. С кожей вкуснее. А без кожи еще вкуснее. Вот, ты можешь кожу вытащить. Но кожа длинная. Я не могу вытащить, она, блин, как наждачка, блин, потом. Пожалуйста, не ешь, ты потом будешь рыбу обдирать. Мне без кожи. Сходить. Вова! Я буду варить. Общее, все. Мне без кожи. Слышь, ты ребенок, блин, маленький. Её без помпы. От кожи. Вот тебе еще кофтики вытащить. Там нет кофты. Ну иди в жопу. Там только жучки. Маслы. Хрящи. Малый. Ну, должна же была быть какая-то женщина, которая должна его была быть вести по жизни. Воспитывать, ухаживать за ним. Вот нашлась я. Угу. Мама, когда у него умирала, говорила, ты только его не бросай. Только его не бросай. Вот, видишь, мама о тебе заботилась. Потому что она знала, что такой бабка, как я, не пропадешь. А ты мой тыл прикрываешь. Ну что, баба? Кого? Кого? А ты мой тыл прикрываешь. А желудок, скорее всего, болел из-за того, что жидкого было мало. Мука и пил мало. Как говорил врач, обязательно нужно хотя бы бульон, но горячий есть. Гастроэнтеролог? Угу. Что, гастроэнтеролог себя же водили? Там в военкомате. Раз в день, но нужно есть. Или суп, или бульон. Горячий. Это знаешь, как говорится? Раз в сутки супчик должен быть желудки. Это же не придумал давно, да? В чё наши эти предки-то ели? Похлёбку. Похлёбку, да. Всегда. А без неё это и не да. Ты даже вспомнил. У них же тогда мяса-то не было. Вспомни вот этих вот царей древности. Даже того же самого Петра и прочих. Так как они ели в основном жареную пищу, помнишь? То есть там говорят, у них это были всякие подагры, да. Что там еще? Когда вот жареное это вот все едят, естся там. Подагра. И панкреатит у них был, и все. Как раз Петр-то и умер от этого, если не ошибаюсь. Блин, лень королей. Да. Ну, Петр, скажем, от другого умер. Я не буду.
тут одно на блин другое наложилось. Как раз накануне искупался в этом. Там у него перевернулся его бочек на Балтийском море. А оно холодное. А, и уже вот, была да, осень. Застудилось, да, да, да. Все. Одно на другое нажилось. Угу. И все. Ой. Я вы знаете, даже сейчас вот, когда ты вас собирали, я вот думаю, вот я снимаю. Это же не только я снимаю для контента, я это еще снимаю как видеодоказательство. Понимаете? Если только будут какие-то разборки, я всегда могу предъявить. Поэтому очень полезно быть блогером. Ну, только вопрос. Ну, как говорится, не стесняться. А фиксировать все. Видеть себя естественно, да? Так. Пойду сейчас вот так. Помой. Приведу себя в порядок. Что, бутер оставим? Я это не хочу больше. Потом с кофе выпьем. Ой, хорошо. Хорошо. Ну, знаете, эти временные трудности, это временные трудности. Конечно, хочется, чтобы все было прям идеально. Ну, не всегда все идеально бывает. К сожалению. К сожалению. Вот такие дела. Ладно, тех любим, всех целуем. Увидимся в следующем выпуске.